сюда пришли, потому что мы выражаем протест против того, что российские граждане сидят в американских тюрьмах. Это, наверное, называется западной демократией. Что Америка навязывает всем свое величие, считает, что она может посадить кого угодно в свою тюрьму. Мы добьемся от них уважения. Что она может делать все, что хочет, на самом деле. На самом деле это не так. Совершать подвиги Гастелло, таранить китайские самолеты. Пусть тема для наших русских традиций. Свободу Павлу Павловичу. Ты делаешь, не понимаешь? Вся так есть. Ну, давай, она... сюда, подержи, мы не позволим никому, никаким янки с новой экспансивной политикой. Флаг должен дойти до конца, хотя бы через...